Добрый день. 13 часов в Москве. Я снимаю погоду в Сочи. Подписывайтесь на мой канал, получайте свежие видео о погоде. Это я на реке Сочинки. В таком месте, где она водопадом стекает. Пока нет солнышка, ждем его. Завтра точно будет. А пока небольшой ветерок и плюс 9 градусов. Наша сочинская зима. Хорошего дня, друзья, прекрасного настроения, предновогоднего настроения. Это вчера был очень сильный ливень, практически целый день. Вот лужи. Остались еще.